Привет! С вами снова про Видокод. И сегодня мы поговорим о типах игр. У вас на руках ваш первый привод, и вам очень хочется пострелять. Не надо открывать окно, стрелять по прохожим, животным и птицам. Основными можно назвать три типа игр. Мясо, милсим и большие игры. Мясо. Незамысловатый сценарий, много стрельбы, одним словом динамика. Милсим, от английского military simulation. Игры, сценарии которых заточены под выполнение военных задач. Вам потребуется серьезное снаряжение, на игре будут ограничения по правилам, и это не самый лучший выбор для первой игры. Большие игры. Много игроков, много стрельбы, интересный сценарий. А теперь наш интерактив. Хочешь попасть в следующее видео? Присылай нам свои фотки в снаряге. С вами был проект Дакота. И не забывайте, миром все еще правит любовь. Peace.